аэропорт Монастырь Хабиб Бурзуба. Тунис, прибыли в аэропорт Монастырь прибыли. Красивые тут люди. Тунис. Ну что, полет 8 часов с Новосиба летели. Полет нормальный. Сели красиво. Ну, что самое интересное при входе. При выходе стюардесса вручает карточку какую-то там миграционную или какую. Визы нету здесь, это хорошо. Но надо какую-то заполнить супер анкету. На арабском справа, с левой стороны на английском. Name, фамилия, ну как в Египте, когда тоже почти похоже. Никто ничего не объясняет, все делают серьезные люди, половина нету ручек, как всегда оказалось. Ну а стюардессы нам выдавали при выходе. Ну, они же могли дать во время полета за 8 часов, но они же не дали. А почему? А потому что тут кроется маленькая такая, чтобы русский почувствовал, что он прибыл в арабскую страну. Здесь он один на один должен, как говорится, оформить, а вдруг неправильно заполнит, его не пустят в эту страну. 28 где градусов, сейчас жара. Ну, кстати, так тепло, хорошо. Хорошо, удачно. Welcome. Пожалуйста, добро пожаловать в Тунис. Все ясно. Аэропорт. Там стояночка автобусов. Мой автобус номер 8. Жена уже там. Вещи все это ее посадил. А сам решил заснять и сказать, что не надо голову ломать. Как я их правильно сделал, я говорю, что там, вместо там выдачи паспорта, я без, ну, год своего рождения, естественно, все дорожно перепутал, потому что ни одного не вернули, девушка-арабка сидела, смотрела, она ничего на не смотрела, ей это нафиг не надо, просто так, ну, для понтов, вот, чтобы людей помучить, постояли, чтобы лишний раз там ручку эту нашли, написали анкету и почувствовали, что прибыли Республик Тунис. Так, не уехали ли они там? Сейчас загрузили вещи, багаж. И поедем еще через весь Тунис. Оказывается, у нас там Хама. Города будем проезжать. Сусы всякие там. Сусы, Мусы, Хамамет. А наша последняя Нобель или Набель, я уже забыл. Или Набиул. Набиул, по-моему. Так, где автобус? А, вон он, восьмерочка стоит. Наш автобус. Вот он, стюардесса. Эти парни местные. Здрасте, о, все по-русски говорят. Все наши тут. По-французски тут вот подсказывают, что здесь Франция наложила. Только по-французски все говорят. Месье, бонжуа, туда-сюда. Франция, французский язык. Номера у них тут какие-то козырные арабские. Наша девушка сидит. И вот наш автобус. Сейчас мы на нем поедем. Еще где-то около 3 часов по городу. Фу, по городу, заговариваюсь. По стране Тунис. Но очень жарко, очень хорошо и очень тепло. 14 дней впереди. Море, солнце и песок. Что еще нужно людям, которые живут в Сибири, которые по солнышку мечтают. Ну и иногда продляют себе лето в таких странах, как Тунис.